Попадание узкими тротуарами. В Петроградском районе протестировали новую уборочную технику, что примечательно, российского производства. Двигается он на резиновой гусенице, благодаря которой не скользит и при этом не повреждает асфальт и плитку. Это опытный образец, который может пройти там, где не хватает места трактора. Ширина 90 сантиметров, современная альтернатива ручному труду. Во время тестирования участники сделали свои замечания. Пока, чтобы изменить направление щетки, оператору приходится выходить из машины. Разработчиков попросили заменить эту систему на гидравлическую. Мы привыкли, что это тележки у нас и щетки на автоматическом ходу, да? Но эффективность их в эту зиму была очень слабая, потому что выпало очень много снега. И первый снег, который был 20 сантиметров, щетка просто перекидывала его через себя. Пока машины на бензиновом двигателе только подметают тротуары, к следующей зиме чиновники попросили технику доработать, чтобы попутно она могла обрабатывать пешеходные дорожки пескосоляной смесью. Результативность такой уборки в два раза выше. В час она способна очистить 4000 квадратных метров тротуаров.